Вас приветствует Алена Арес. Чего не ждете? Вот самое интересное, девочки, вот так в жизни всегда. Чего не ждете, то обязательно будет. Ну что ж, посмотрим, что же у вас случится или что произойдет. Успех, девочки, невероятный успех. Успех в работе, карьере, бизнесе, финансах. Очень, прошу прощения, очень красивые карты. Это оригинальная колода. Вот все оригинальные колоды вот так бликуют, потому что они глянцевые. А так мне хочется вам показать красоту, красоту этой карты. Кошечку, которая тут изображена. Очень красивая. В общем, ждет вас успех. Успех невероятный. По-моему, так даже лучше видно, да? Успех невероятный в работе, карьере или бизнесе. Так, ну давайте посмотрим. Успех, к которому это подготовленный вами успех. Вы, видимо, приложили очень много усилий для того, чтобы этот успех был. В общем, я хочу сказать, еще приложите, да, потому что это же будущее. Так что если вы над чем-то работаете, да, то здесь еще, да, еще вы готовитесь только к этому успеху или даже не готовитесь, а идете к этому успеху, потому что повешенные девочки, это когда гусеница собирается стать бабочкой. А вот. То есть сначала куколка, да, потом, вернее, гусеница, куколка, да. Вот повешенная это уже куколка, которая вот раскроется и вылетит прекрасная бабочка. А вот. То есть это как раз таки о том, что сейчас у вас идет. То есть прикладываете усилия. Если вы сомневаетесь в успехе, можете быть абсолютно уверены. Успех будет в том деле, в котором вы сейчас прилагаете усилия или к чему-то, может быть, готовитесь. Я имею в виду, готовитесь там, к поступлению, готовитесь к открытию бизнеса, к началу бизнеса, к открытию магазина или к началу там онлайн-бизнеса, да, вот. К чему-то, если вы готовитесь, можете быть абсолютно на 100% уверены, что вас ждет успех. Пишите в комментариях, к чему вы сейчас готовитесь или к чему прилагаете усилия. Вот в этом обязательно 100% вас ждет успех. Так, ну что, посмотрим еще. Да, получите хорошие денежки. Кто-то зарплату, кто-то прибыль, вполне возможно. Вот, может быть, вы готовитесь перейти на новую работу, устроиться на новую работу. Вот. Может быть, готовитесь к чему? Может быть, вы дом строите или только собираетесь начать строительство. Может быть, вы затеяли ремонт. Тоже, значит, в ремонте вас ждет успех. Может быть, уже ремонт у вас идет, значит, скоро завершится, вы будете очень довольны. Так, что тут еще? Ну, приложить усилия еще придется. То есть это пока еще сейчас это не конец. Карты говорят, что да, успех будет, но усилия приложить еще придется в этом деле. Да, прям смотрите, здесь может быть и соперничество, и какая-то борьба, и конкурентная борьба может быть. Но вам все по плечу. То есть успех будет однозначно. И не только успех, а счастье, радость и богатство. Вот здесь, честно вам скажу, нет про личную жизнь вообще. Можно, конечно. То есть я могу, в принципе, по любой карте, конечно, рассказать и про личную жизнь, и про работу, карьеру, бизнес. Про личную жизнь я тут единственное, знаете, что могу сказать. Если вы готовитесь, да, кстати, если вы готовитесь к встрече с мужчиной, да, то встреча пройдет очень хорошо. Вот. Причем у кого-то может быть деловая встреча, у кого-то может быть любовная, даже вот так. Вот. Может быть, готовитесь, присматриваете себе пару, да, может быть, знакомство даже. Но знакомство такое очень интересное, что как бы вы готовитесь, да, к этому знакомству. Либо вы знаете, что вас познакомят, да, вот, либо вы думаете, то есть какое-то место вы собираетесь посетить и думаете, я там, наверное, познакомлюсь. Знакомство будет с очень серьезным мужчиной. А вот, еще что я вижу по личной жизни, подарки, сюрпризы, если вы в паре или в браке, подарки, сюрпризы от вашего мужчины. Если ваш мужчина
сейчас далеко, то, скорее всего, скоро приедет. Но скоро приедет, это девочке может быть от 14 дней до 2 месяцев. Конечно, это очень зависит от конкретно вашей ситуации. То есть, когда человек обращается ко мне лично на консультацию, то там я могу сказать, да, в зависимости от ситуации, какое точно время. Вот. Но для вас, для всех это время, этот временной период проиграется по-разному. Поэтому, если вам нужна лично моя консультация, пишите мне на Viber, WhatsApp, Telegram по этому номеру и регистрируйтесь на курс обучения Таро. Всего за 4 занятия реально начнете предсказывать сами. Ссылочка на курс внизу в описании, в моем первом комментарии. Всего 4 дня. Стоимость курса будет 500 рублей, потом будет выше.